Вот это первая башня, она цилиндрической формы. Скорее всего, в 46-м году там дети устроили пожар. И она там что-то обвалилась внутри. И потом ее законопатили полностью. А вот буквально 300 метров. Башня вторая. Наверное, башня управления. Какие-то дыры. Еще может быть снаряда какого-то сверху. Она меньше формы, меньшего размера. Она квадратная такая. Ну да, по размеру она меньше. Вот один вход, который сейчас заделан. Вон он заделан. Да, бетончик такой прочный. Следы от опалубки. Видно вот такие полоски. Кое-где лучится, но незначительно, совершенно незначительно. То есть бетон применили, да, хороший. Тут для того, чтобы не залезли даже как-то любители полазить, они сделали сетку. Там уже порванная, а здесь такая массивная. Ну там голуби гнездятся, потому что очень много голубей летает. Видно даже вот как доски они сбивались и потом заливался цемент. Потому что везде в полосках таких. Но здесь красота не нужна была, здесь прочность надо было. Кругом спокойная жизнь, люди отдыхают, бегают. Ну и вот такое напоминание. То есть это вторая башня из шести. Третий аквариум. Четвертая там в еще одном парке. Я там уже был. И в аквариуме был это. Прикольно. Очень мне понравилось. 20 евро, по-моему. Ну, прикольно. То есть используется только одна. Вон еще вход. Вон он замурованный. Ступеньки вон там видно. Тут опять котик этот за 500 евро, которого ищут. Ну вот так. Так что приезжайте, посещайте. Интересно, посетите это. Ну, кто интересуется, просто такое напоминание все же. О таких событиях. Опа!